спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В воскресенье в Самарской области облачная и пасмурная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Днем 18-20 градусов тепла, ночью плюс 10, плюс 13. Ветер западный, юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облака и небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью 12 выше 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18, ночью 13 с плюсом, ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 17, ночью 10 выше 0, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.